Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским из Орехово-Зуево и их региональным коллегам удалось вычислить мужчину, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров. По имеющейся информации, на стационарный телефон 76-летней местной жительницы позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший пояснил, что ее дочь стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности собеседник потребовал у пенсионерки 600 тысяч рублей, которые необходимо передать его помощнику. После выполнения требований женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию. Полицейские задержали мужчину, забравшего деньги. Им оказался 22-летний уроженец Архангельской области, проживавший в Москве. Как устроился на эту работу? Через... Бот, помнишь? Нет, там не бот был. Не бот? А лицо, которое писал, как представлялось в Телеграме, помнишь? Представился Сергеем. Представился Сергеем. Устроился. Объяснил тебе, что надо делать? Ну, да, объяснил. Ну, что объяснил, конкретно? Забирать деньги и постоянно такое объяснение. Забирать деньги? Куда их переводить в дальнейшем? Ну, на основные реквизиты. Процент получал с этого? 5%. Расследование установило причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных мошенничеств в Орехово-Зуеве. Общий ущерб составил более 1 000 000 рублей. В настоящее время полицейские ищут соучастников преступлений.